Итак, посмотрите, девочки, вот такое вот у нас платьице. Это просто базовая конструкция, чуть-чуть удлиненное плечо, талиевые выточки обыкновенные в том месте, где я люблю, то есть сбоку, где ямка есть. Нагрудная переведена вот сюда, вырез будет лодочкой, мы пометили, и немножко вырежем проймочку, чтобы не поджимала рука. Вот, посмотрите, какое у нас платьице. Выточки плечевые, как всегда, переведены в горловину. И вот так у нас сидит спинка. Вот такое платьице у нас. Узкая ткань из одной ширины. И к этому платью у нас еще будет летнее пальто без подкладки. Сейчас покажем. Вот, смотрите, мы сверху надели... Вот такое вот у нас будет пальто. Причем пальто вот такое, а... Изнанка у него, покажи вот этот вот, отодвинь кусочек. Платье у нас из черненького цвета, опускай ручку. Ага, все. А пальто у нас наизнанку или на лицо наоборот, вот такое синенькое, вот такое синенькое. Мы закололи ниточками по центру, повернись, Юлечка. Вот так, вот так, вот так, вот, вот такая у нас спинка. Оно немножко трапециевидное. Расклешенная немножечко к низу. И я очертила пройму. Я очертила пройму, куда я хочу вметать рукавчик. Вырез у нее здесь хороший. Я ничего не буду там вырезать. И спиночкой посмотрим. И вот так вот у нас на спиночке. То есть немножко укоротить мы решили. А сейчас я буду прикалывать рукав. Давай, Аллочка, снимай. Правый рукав у нас. Берем булавочку. Еще раз, Юлечка, вот так встань. Ага. Находим здесь серединку, серединку подгибаем, одеваем. Так, и эту серединку прикалываем к нарисованной линии проймы. Вот так вот прикололи. Потом опускаем ручку, поправили немножко, загнули 1,5 сантиметра, это припуск на обработку. И опять к нарисованной линии проймы мы вот это прикололи. То есть, находя, выравнивая вот этот рукав, чтобы он не давал никаких заломов. То же самое сделали на спинке. То есть мы как бы рукавчик устанавливаем. Находим то положение, которое комфортно для этой фигурки. И я прикалываю. Ой, не задела? И вот теперь смотрите, что получилось. Просится повернуть его немножечко назад. Вот эта посадка у нас будет. Видите, такая, да? То есть мы поворачиваем немножко назад, и у нас... Смещается головка рукава на спинку. И тогда появляется совершенно замечательная посадка рукавчика. Рукав у нас будет не длинный, 3/4. Давайте посмотрим, какой нам нравится. Может быть, вот так? Да. Вот так вот нам нравится. И ширина, по-моему, хорошая у него. Угу. Так как мы локтевую выточку перевели в посадку, у него будет после утюжки вот такой вот небольшой поворотик. И вот и все. И вот такой у нас будет комплект. Длина нам нравится? Очень. Нравится. Значит, мы вот здесь отмечаем ниточкой вот эту длину. Теперь на платье тоже нам длина понравилась. Значит, тоже вот так вот отмечаем вот эту длину. Все, примерка закончена. Всем добра! Всегда ваша Галина Коломейко.